акционерка Утена. Его обстоятельства, ее обстоятельства. Команда «Бодрые плавучие льдины» Екатеринбург. Кирю Тога, 32 года. Кирю Утена, 28 лет. Продолжайте. Дело в том, что, понимаете, у нас такая проблема. Вы хотите поговорить об этом? Да, видите ли, у нас все так сложно. Наш брак. Ну, вы понимаете, в общем... Да что за идиотская идея вообще, а? Психоаналитику идти. У нас что, не все дома? Сами не можем решить, что к чему? На вас смешище меня хочешь выставить, да? Ма-ма, реши там все сам сейчас. Решил показать, кто себе хозяин? Ну да поздно, милый, раньше надо было думать. Да за***л ты меня уже сколько? Получать можешь? Слышали? Нет, слышали? Успокойтесь, прошу вас, успокойтесь. Кажется, я знаю, в чем ваша проблема и как ее решить. Ну, проблему я и сам вижу. Только вот решать ее надо было 10 лет назад. Нам всего лишь нужно докопаться до истоков вашего конфликта. Расскажите, как вы познакомились? О, это было так давно. Мы встретились на аниме-фестивале. Я увидел ее в толпе в пушистых неко-ушках. Боже, как она была тогда прекрасна. Это была любовь с первого взгляда? О, да. Она была такой милой. Все время прыгала и говорила «ням, ням». Сейчас. Ну давай, давай, объяви на вас. Милый, милый, да ушко делать, страдать, ты все стерву живых. А про свои побуждения рассказать не хочешь случаем? Ну тогда уж я вам сама расскажу, с чего все началось. Нет уж, она вам сейчас поклоны придет, я знаю. Я лучше сам. Это произошло 3 месяца назад. Я возвращался домой поздно вечером со встречи нашего казбенда. Прости, что задержался. Ну и где ж ты шлялся на ночь глядя? Мы готовили костюмы к Воронежскому фестивалю. Прости, я не мог позвонить. Зарядка села. Что? Синий бокс! Я не вставал в Мореге по сплэшу с чужого фэндома. Кабелина ты ужасная! Ну что ты, милая? Всего лишь помогал Сачико-сан расчесать ее парик. Сачико? Я так и знала! Все эти годы ты лгал мне в лицо! Ты грязно изменял меня за моей спиной! Любимая, ты не права! Я верен тебе! Убирайся отсюда! Я ненавижу тебя! Собирай свои вещи и не возвращайся! Ты просто неважно себя чувствуешь, милая. Завтра я приду, и мы поделимся. Никогда! Чувствами. Значит, вы считаете, что ваша супруга слишком ревнива? Чушь! Простите, что? Я говорю чушь! То, что он вам наговорил, полная чушь! От начала и до конца! На самом деле, все было так. Поздно ночью я ждала его дома, одна. Doctor, my doctor.
Остань, женщина! Твое место у плиты, а я мужик! Полагал, зачихотя, и не по разу. Зачем ты надел чужой парик? Ну, мы просто одевались в спешке. Что ты хочешь этим сказать? Ну, давай, беби, достало уже. Можешь вообще забирать свои вещи и не возвращаться. Получше тебя и дай. Ну, почему? Может быть, я могу измениться? Стану лучше, зайчик. Никогда! Ты слышишь меня? Никогда! Именно в этот момент вы поняли, что ваша семья распадается. Да уж вот оно все. Все было не так. Молодой человек, лгут все. Да как ты вообще смеешь? После того, что у вас было Сачика. Да блин, за***ла ты уже со своей Сачика. Говорю же, не было у нас с ней ничего. Отлично, отлично. Это хорошо, что вы даете выход своим эмоциям. Сейчас я скажу за своими карточками Роншаха. А потом мы займемся гештальт-терапией. Она вам обязательно поможет. Ну, не плачь. Я не хотел опять кричать, извини. Почему у нас с тобой все так по-идиотски? Не знаю. Наверное, входим в другую. Знаешь, я тебя очень люблю. Очень-очень. Я устал от твоей жизни. От твоих постоянных трёков, замечаний. Раньше нам вместе было весело. А сейчас мы даже на фестивале вместе не ездим. А ты хотел бы? Почему ты просто не сказал? Думал, тебе все равно. Нет, я тоже об этом мечтала. Если бы ты только пригласил меня поехать вместе, подарил бы мне красивый букет цветов. Я не знал. Надо было просто сказать мне об этом. Как так получилось, что мы больше ничего не знаем об этом? Ну, не плачь, не надо. Помнишь, как мы выступали со своей первой сценкой? Нам в середине включили чужую фонограмму. Все тогда подумали, что это такой оригинальный режиссерский ход. А помнишь, как мы познакомились на фесте? Мы тогда оба косплеили по Наруто. Не могли потом друг друга найти среди десятка других Наруто и Сакуры. Да, после этого мы решили больше никогда не косплеить Наруто и Блич. Поехали вместе на Вапанишский фестиваль? Поехали. Я тебя люблю. Что, не попался на Подожди, скажи, мы ведь больше не расстанемся? Никогда, ты слышишь? Никогда. Собственными руками произвести эксклюзивный сувенир, который заберете потом домой.